Герои неба. Григорий Речкалов. Дважды Герой Советского Союза. Один из наиболее результативных советских асов. Речкалов в 1939 году окончил военную школу летчиков в Перми. Начинал летать на истребителе И-153. Чуть позже освоил американский самолет «Аэрокобра». Свой боевой счет Речкалов открыл уже на пятый день войны. Особо он отличился весной 43-го в боях за Кубань. За два месяца летчик сбил 12 самолетов противника. Весной того же года Григорию Речкалову было присвоено звание героя. Успехи Речкалова тем удивительнее, что медкомиссия определила у него дальтонизм. Авиатор выполнил в годы войны более 450 боевых вылетов, одержал 56 личных побед и 6 в группе. На родине героя, в Свердловской области, установлен бронзовый бюст и открыт музей. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.